Так, хотел показать, ребятки, какая разница по чувствительности между донглом, свистком. Антенна здесь 3 квадрата смотрит. Будем смотреть на сигнал 91,4 частота. То есть, в принципе, видно. Это у нас Днепропетровск, но антенна смотрит тылом к ней. Спиной, так сказать. Ну, в общем, сигнал какой-то есть. Что-то прорывается, но, как видим, не очень. Есть еще у нас 87,5. Вот. Частота такая. Тут как-то тоже поддавлено. Ну, 91,4. И сравнивать будем с Сонькой. Так, антенну я подключил. Я тут разъемы уже сделал, чтобы переключать. Значит, Соня тоже цифровой приемник. Ну, конечно, в разы лучше, чем это, чем свисток. Вот 91,4. Моя звонка не прослушка. У нас на радио FM нужно поделиться с вашим вестью. И у нас уже 16 часов. Вести. Надо следить за вашим питанием. И пусть не все. Это не все. Это не все. Разум, да. Все, что вы можете разумеете, что же бывает. Вот вытягивает как сигнал. То есть можно разбирать. На донгле практически, ну что греха таить. Так, тот же самый 87,5 попробуем. 87,5. Видим, да? Сейчас я вообще антенну наверну на Днепропетровск. И потом послушаем, как появится сигнал на донгле уже. Так, ну вот повернул на Днепропетровск. Понад 700 людей. Влада побоюється, що зловмисник втік за кордон. Нагадаю, внаслідок стрілянини 11 грудня загинули 4 людини і ще 12 постраждали. Потребами складають ЗНО за нормативами, які прописують лікарські установи. Тобто лікарська установа фіксує. Діачоксі і його племінник. Так, а зараз підключимо к донглу, к свистку. Так, ну вот, подключил я свисток. Что мы видим? Сигнал стал лучше, конечно. Немножко. Ну как немножко? Существенно лучше. Теперь 87,5. Но все равно это небо и земля, ну вы сами видите, да? И если кто-то скажет, там выстави в автомате, вернее в ручном. Вот смотрите, сейчас автомат у меня стоит, настройка. Вот мы берем, убираем. Вот у нас чувствительность. На максимум ставлю, только тогда появляется сигнал.
Вот. Вот такая вот, ну, в принципе, это не удивительно, да? Я ничего и не ожидал необычного. 88,5 радио релакс. Прямо на Днепропетровск смотрит. Ничего. Так, на донгле вообще не было слышно. Вот 88,5, слабенькая станция с Днепра. Так что какой делаем вывод? Свисток штука интересная, только в том плане, если сигналы очень сильные, слабый он, ну как видим, да, и тут и помехи, динамика ни при чем, потому что я принимал в нижнем диапазоне FM, там не было рядом расположенных каких-то станций мощных, и нечему там было, в принципе, забиваться. Вот. Я уже не говорю, если выше по частоте, там он вообще развалится. По приему. Вот такой вот эксперимент. Кому интересно было и полезно это видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Всем три, всего доброго, до свидания.